Сейчас на улице Циолковского после проведения ремонта дорожного покрытия автомобильное движение полностью восстановлено. На новое асфальтовое полотно осталось нанести разметку. Как сообщают власти города, рабочие сделают еще и съезды на второстепенные улицы. Но эти работы, по их заявлениям, будут производиться исключительно по ночам. Впрочем, некоторые места улицы Циолковского еще нуждаются в улучшении, прежде всего тротуары и съезды с них. Хотя, по мнению горожан, сейчас улица, названная в честь основоположника космонавтики, выглядит куда как лучше, чем перед ремонтом. Вот улица Циолковского, сейчас ремонт ведется, на ней вот дорогу положили, а что еще нужно сделать? Ну что, не знаю. Мне кажется, вот дома покрасить, вот эти вот очень они облезлые. А так вроде как это, все нормально, если сделают дорогу. Ну, а вот сам... Тротуары, конечно, тротуары все. Вот сейчас, если сделают, очень будет хорошо. Чтобы дорожки были, где можно пройти, было, в смысле переходов было побольше. Ну, так что все остальное. А вот здесь по тротуару, вот может что-то делать надо еще? Бордюр там, залатать дырки где-то? Ну, дырки-то это само собой, но вот я пока прошла, а театрально я иду, я пока особенно не увидела. Вот здесь вот только вот, так что я не могу ничего плохого сказать. Вот с коляской сейчас по улице Циолковского нормально идти? Или... Очень, идем и хвалим. Да, только об этом говорим, сейчас говорили. Говорим, хорошо, это что-то. Раньше едешь с коляской во все стороны, качает ее, а сейчас прям как по маслу. Напомним, что для проведения необходимых дорожных работ власти города намеревались перекрывать улицу Циолковского два уикенда подряд. Однако дорожники потрудились на славу и выполнили весь объем работ по укладке асфальта за одни выходные. Потому и перекрывать улицу Циолковского для автомобилистов больше не будут. А оставшуюся часть работ по ремонту съездов, тротуаров и нанесения разметки доделают в течение сентября.